Доброго времени суток, дорогие друзья! Здравствуйте, прекрасные люди! Сегодня хочу поболтать, поговорить о медицине, да, о своих впечатлениях. Это мне навеяло, вернее, я даже уже еще раньше хотела об этом поговорить, но теперь не хочется откладывать. Объясню почему. Я была подписана на канал, российский канал, он, по-моему, миллионник, да не по-моему, так и есть, «Мамины рецепты». Многие из вас, наверное, его видели. Если не видели, то зайдете после того, как я сказала об этом, да, поинтересуйтесь. Там женщина Татьяна, по-моему, Георгиевна, я не помню. Но ее больше нет, да, к сожалению, ее больше нет, и царствие ей небесное. Вот, в первую очередь ушел ее муж, да, которого тоже иногда я посматривала, да, не на постоянной основе смотрела этот канал, а посматривала. Сразу извинюсь, у меня вентилятор работает, без него сейчас вообще никак. Душно, очень душно, но пусть лучше так, чем холодно. Холодно мы еще успеем почувствовать, да. Вот. Сперва ушел муж, да, отец Димы, ихнего единственного сына, их. Или ихнего, правильно. Ну ладно, вы поняли, да? Вот, ушел он быстро тоже у них. Когда я это услышала, увидела, да, это шок был для меня. Я всегда сопереживаю людям, да, которых я видела, хотя бы изредка, но видела, наблюдала, да. Вот, и потом это их беда ложится и на мое сердце, да. Переживаю я. Вот такой переживальческий человек, ничего с этим не сделать. Может быть, к сожалению, а может быть, к радости, да. Вот. И когда здесь выходит видео о том, что умерла и сама Татьяна, да, для меня правда. Я, наверное, дня три вообще в себя прийти. Ну как, я была в себе, да, но мое душевное состояние как раз и у меня происходили и до сих пор, к сожалению, происходят кое-какие события, да. Вот, и они ее смерть легла тоже на это все, да, и на больную, можно сказать, душу, да, которая страдала и продолжает страдать. Ну, очень сильно переживала, да, и когда выпустил сын Дмитрий, да, первое видео о том, как содержалась, она медицинский работник, кто помнит, кто знает, да, она медицинский работник, вот, кто смотрел, да, их видео, ее видео, и обхождение в больнице с медицинским работником, да, для меня вообще шок. Я знаю изнутри, да, при Советском Союзе я лежала в больнице, и неоднократно, да. При, ну, тогда еще девчонкой. При Казахстане, да, уже когда Казахстан стал единая страна, отдельная страна, тоже я лежала в больнице, да, и не раз, потому что, ну, двоих сыновей я еще успела, вернее, второй сын уже был на грани разрушения, но все-таки еще родился при Советском Союзе, да. А третий сын и дочь уже рождались у меня в Казахстане, да, в единой отдельной стране. И я знаю медицину, это обхождение в медицинских учреждениях с людьми изнутри. Знаю уже там. Да, знала там, вернее, и знаю уже здесь. Тоже, к сожалению, но знаю. На примере своем личном опыте, да, и на примере опыта с моими родными людьми. Вот. И когда он рассказывает, Дмитрий, да, рассказывает, уже второе видео выпустил, какое отношение, да, и я вспоминаю это все. Я сейчас просто свой опыт, да, я написала соболезнования, и первый раз сразу, когда увидела видео, и сейчас написала свои соболезнования, написала, что мне, я очень сожалею о том, что ничего в хорошую сторону не меняется, и эта проблема, сперва, как всегда, рыба гниет с головы, это проблема на уровне правительства страны, той или иной, в которой происходят, да, эти кошмарные
происшествие, да, это отношение людское друг к другу. К сожалению, и мы люди тоже. Мы до того очерствели, да, душой, вернее, даже душу теряем, что мы теряем тот Божий дар, которым нас Господь наградил при рождении, да, совестью, честью, достоинством человеческим именно, да, любовью, уважением. Я считаю, что все эти достоинства – это награда Божья была, да. Кому-то изначально уже они какие-то качества не доставались, да, изначально при рождении кто-то терял, но в основе своей все это закладывается. И потом дальше уже мы, как буратины, да, строгают нас в семье. Наши родители, наши родственники, да, все какую-то лепту вносят. Это естественно. Но сам человек, стержень его внутри, да, он уже заложен характером, называемый его, да, он заложен уже изначально. Вот. И когда такие люди безответственные, потерявшие, да, многие качества, вот эти Божьи, они приходят работать с людьми, это в медицину, это в школу, это в садики, да, это очень-очень, за этим всем должно следить правительство, я считаю, от самой верхушки до самого низа, там, где ну, Минздрав, да, там, где направляют, и должны следить хотя бы за главными врачами, да, если у него в отделении происходит ужас, то я считаю, что на месте уже должны в Минздраве там или где там, как это называется, да, уже должны это все прослеживать. Если большая смертность, если жалобы людей, да, то, естественно, люди все равно не молчат, да, должны за этим следить и должны сильно, строго наказывать. К сожалению, мы, люди, боимся только наказания. Это денежное и лишение работы полностью. То есть, если вы ведете себя по отношению к людям безрассудно, бессовестно, да, с холодностью, без тепла, да, без сожаления, без сопереживания, значит, вам не место. И я считаю, что таких людей должны сразу убирать с этих мест, да, и без права восстановления на таких каких-либо местах, да, рабочих, работы с людьми. Я считаю, что так должно быть. Это я уже сейчас говорю здесь, в Германии, да, так как здесь, зная уже эту сторону, да, нас, людей, к сожалению, только можно взять на испуг. Не то, что на испуг, страхом, да? К сожалению, мы такие. К сожалению, к большому. Вот. И за этим должно следить от самого верха. Если идет попустительство, да, если это идет годами, можно уже сказать веками, то значит правительство должно как-то очнуться от той или иной страны, да, и сказать, да вы что там на местах-то делаете? Да, и подключиться как-то к этому делу и навести порядок, правильно же? Вот. А если это дальше происходит, да, если деньги берут, вот я скажу со своей стороны и страны, да, где я сейчас проживаю. Я не приукрашиваю и не принижаю, да, я говорю так, как есть, констатирую факты, да. В России я никогда не лежала в больнице, но я слышу, что говорит сын этой прекрасной женщины, да. То есть я здесь попала первый раз, вернее, до того, как я сама попала в больницу, у меня попал сын в больницу, но не попал вот так, да. У него было нарушение, у него была проблема в носоглотке, да, и это шло с детства. В общем, мы пошли с ним вместе к ухо-горло-носу, да, к врачу, на тот момент русскоговорящему, потому что, ну, было тяжело с языком, да, сразу по приезду. Не то, что даже с языком, наверное, больше с головой проблема была, то, что даже не хотелось вот как лишний раз для себя какого-то напряжения, да, напряжения. Вот, и да, ему провели операцию, он попадает на операцию в частную клинику здесь,
Да, здесь есть тоже приват-клиники, есть приват-врачи, и есть те, которые, ну, как сказать, гезетслихе, да, это, то есть, по закону, да, которые принимают с простой медицинской страховкой. Да, в Германии берут медицинскую страховку, да, в Германии берут налоги, в России и в Казахстане их не берут. Одна женщина мне написала в Германии, что даже с молодых берут страховки, а в России нет, а в Казахстане нет. Можно ли в государственную клинику попасть без страховки медицинской в России или в Казахстане? Но ведь же нет. Но ведь же нет, только в частные можно заплатить денежку, да? Так же и здесь. Точно так же и здесь. Размеры страховок и размеры налогов, я оговаривать даже не собираюсь. Это все на уровне правительства страны, да? И я говорю, что это хорошо, что так, как здесь законом все устроено, это все прекрасно. Это все прекрасно. Если вам не нравится это, да, то я считаю, что зачем вы тогда живете в этой стране, если вас все не устраивает. Если вас все не устраивает, распрощайтесь с этой страной, да. Вот. Я человек, который, вот мой сын, да, мы приехали только. Я работала поначалу на 500 евро базис. Вернее, даже там был не 500, а 450 базис, да. Вот представьте, отец моих детей, да, он работал, но тайльцайт. Это понимают люди, кто в Германии, да, то есть не на полный рабочий день. У него работа была сменами, у меня тоже была работа сменами. Но вот представьте себе, сравнивайте, да, кто в России, кто в Казахстане. Я получаю минимальную заработную плату, минимум, прожиточный минимум. Отец моих детей получает на тот момент, это было 2 прожиточных минимума. И у нас 4 детей, которые приехали и здесь учились, да, еще. Они не платили страховку, да, у них ничего, вычетов никаких не было. Кто здесь в Германии живет, те знают, что с 450 евро с базиса на тот момент, как и сейчас, по-моему, он 500, совсем маленькое отчисление идет в медицинскую страховку. Большинство платит за него Arbeitgeber, то есть наниматель, да? Вот. Моему сыну без проблем сделали операцию в носоглотке, да? Я нигде проблем никаких не услышала, с меня ни копейки не взяли, и он лежал по медицинской страховке в частной клинике. Операцию ему сделали. Все, что надо было сопутствующее ему, там проводили, да, он лежал один в палате, обслуживание на высоте. Я после приезда из Казахстана, да, и первый раз сталкиваясь здесь с медициной, я просто была в шоке, в приятном шоке, да. Вот, когда он выписался, потом еще много ходил ко врачу, да, и мази, капли в нос и в глаза, да, это все было бесплатно. Все было бесплатно, так как он был на тот момент еще... А нет, он уже был 18-летний, но он учился, да? Вот. Естественно, здесь берут с молодых людей отчисления, идут в медицинскую страховку, так же, как и налоги, когда они начинают работать полноценно. Если ваш ребенок будет работать здесь на базис, да, и он будет уже совершеннолетний, никто с него не возьмет отчисление на медстраховку в полную мощь, да, в полную мощь, я считаю, те люди, как работающие на фольцайт, то есть на, там, я забыла по часам, по-моему, 8-часовой рабочий день, вот, никто не возьмет таких отчислений, правильно же, правильно, в России не так, в Казахстане не так. Все точно так же. Если человек, даже ребенок, если даже он учится, я знаю, что в Казахстане, ну, вынь да положь деньги, да, какие-то за год за эту медицинскую страховку, вынь да положь, и никто не спросит, а где вы их берете. Сейчас я живу и не работаю по состоянию своего здоровья, да. Моя дочь учащаяся, у нас зарабатывает только один ее отец. Он работает сейчас на фольцайт. С него отчисления идут в медицинскую страховку только за него одного.
У него отчисление за него одного. Но я лечусь. И я, у нас фамилия, да. То есть мы семейная страховка. Я не работаю, дочь учится. Мы все относимся к нему. Это просто делается. Идешь и делаешь это в вашей кранкинкассе, да? То есть в медицинской страховке, в которую вы открыли. Это, ну, для себя, да? Я от АОК. Кто здесь живет, это знают, да? Плюс я ложилась в больницу здесь, когда работала. Потом, после того, когда сыну сделали, да? И он прошел все лечение бесплатно. Ни одной копейки мы не заплатили. Нет, вру, копейки заплатили, это 10 евро в сутки за нахождение, сколько ты находишься в больнице. Это страховка все полностью оплачивает, но 10 евро вы доплачиваете, да, за сутки, сколько вы находитесь в больнице. Вот. Но и опять же, эти же 10 евро можно поставить антракт, то есть написать заявление в вашу медицинскую страховку о том, что у вас, показать бумаги о том, что у вас нету достаточно денег на проживание, да, и если вы еще получаете, ну, у вас нету достаточно денег, и плюс вы получаете еще от города, да, или от государства помощь какую-то, это Wohnungsgeld называется, это Arbeitsgeld, это... Так, Wohnungsgeld от Jobcentra, это Arbeitsgeld, по-моему, называется, Sozialgeld, те, кто вообще не работают, с Grundsicherung, это тоже, по-моему, Sozialgeld называется, я не помню. Вот, то, что если вы получаете эту доплату, если не получаете, как-то выкручиваетесь со своими деньгами, но у вас заработок маленький, да, по минимуму вы посчитали, минимум прожиточный на каждую персону, проживающую на вашей территории, да, если у вас не хватает денег, вы ставите антракт, показываете все бумаги, да, и ваша медицинская страховка заберет эти деньги и сама оплатит, сама все-таки оплатит. Также и с зубами, также с зубами. Отец моих детей приехал сюда по 8-му параграфу. За первые полгода, что мы здесь проживали, ему полностью сделали челюсти. Полностью. В первый раз, когда мы антракт поставили, да, на его зубы, ему оплатила кранкинкасса 80%. 20%, по-моему, мы должны были заплатить сами, да. Но когда мы понесли бумаги и показали, что мы... На тот момент даже мы еще не работали, мы проходили шпрахкурсы. Мы показали, что у нас нету дохода своего, да, кранкинкасса переняла, тут же переняла. Просто что надо идти всегда, да, идти и делать, не сидеть на месте. Вам тут, как и в любой другой стране, никто на блюдочке с голубой каемочкой не преподнесет. Вот о чем я, да. Надо идти и делать. Все нюансы знать или не знать, идти и делать, да, а там вам на месте скажут. И не обманут, это правда. Здесь боятся закона. Здесь буква закона важна. Здесь боятся. И вот к чему я теперь хочу прийти. И вот так же сейчас, я закончу, да. Мы проживаем, да, я не работаю, дочь учащаяся. У нас фамилия-инферсихеринг, он один платит, но он за нас не платит. Он платит за себя, за одну персону у него отчисления идут, да, ежемесячно от его зарплаты. Я, как хронический больной, опять же, иду и ставлю в свою кранкинкассу, да, то есть в свою... медицинскую страховку, я ставлю антракт, пишу заявление, то есть по-русски, да, о том, что я хочу сделать, я забыла, как оно называется, антракт of Pfreiung, да, Pfreiung, что-то еще, или, ну, основа, вот, то есть поставить заявление об освобождении доплат. Например, я как хронический больной должна принимать лекарства, да? Возьмем пример, повышенное давление у меня. Мне надо на постоянной основе принимать таблетки. Каждый раз, когда я иду, выписываю новую порцию таблеток, я доплачивала 5 евро, так как хронически больной. 5 евро доплачивала за эту упаковку, да? Когда я поставила этот антракт, заявление об освобождении доплат, да, здесь играет роль, если вы не хронически больной, то с вас берется 1%, 2%, 2%,
Ну да, по-моему. Ну, в общем, больше сумма. Раньше это было, сейчас не знаю, как изменилось, не изменилось, но последний раз я платила меньше, сейчас объясню. Там было что-то около 100 евро. Раз в год ты платишь за свою семью. Получают освободительные карты я и отец моей дочери, да. Дочь входит туда, так как ей 17 лет, да. Пока она не будет работать, она не платит отчисления в медицинскую страховку. Она, и пока она проживает вместе со своими родителями, она не платит, если она отделится и будет иметь свой доход, вот только тогда она будет платить медицинскую страховку. Относится она к нам. И она тоже получает освобождение. То есть я уже не доплачиваю по 5 евро за лекарства. Так как у меня много болезней, да, ну, в смысле, не одна. Не только повышенное давление. За каждую вот эту пачку таблеток, да, очередную выписанную мне, я доплачивала 5 евро. Должна была. Так как я плачу вот это можно даже сделать, даже кто не хронически больной. Раз в год платите эти 100 евро, и вы освобождены тогда и от доплат таблеток, на таблетки ваши, и от доплаты терапии, например, которую вы проделываете или вам прописывает врач. То есть вот я хожу, например, на массаж, да, каждый раз за 6 сеансов я доплачивала что-то 30 с лишним евро. За 6 сеансов 30 с лишним евро. Когда я сделала, поставила это заявление, антракт, то есть aufbefreien, да, на освобождение, я получаю и эти терапии бесплатно. То есть я уже не доплачиваю. Я показываю эту карту каждый раз, да, не каждый раз, ее раз в год у каждого врача показать, и все, они вносят в компьютер, и все, этого достаточно. Так как если хронически больной, да, на постоянной основе какие-либо по какой-либо болезни вы должны принимать медикаменты, то вы платите в свою кранкинкассу меньше денег раз в год, чтобы освободиться от всех других доплат. Да? То есть вот я как хронически больной, теперь все свои таблетки я беру без доплаты, плюс я не доплачиваю за терапию. За гимнастику, да, у меня, я могу поехать на реабилитацию, да, бесплатно, но я этого не делаю, не хочу, вот, и, ну, в общем, вот так, я объяснила, есть ли такое в России или в Казахстане, чтобы неработающий человек, да, мог от того, что один член семьи работает, член семьи, да, и платит не за всех медицинскую страховку, а только за себя. Есть ли такие условия, чтобы потом на всех это распространялось, кто живет вместе с ним? Я ложусь в больницу, да? Вот расскажу теперь свой опыт, да, лежания в больнице. У меня было кровотечение, я не скрываю, тут нечего, да, ничего постыдного нет. Я попала в больницу, вот. Мне там проводили небольшую операцию. За постель, я хочу сказать. И так как я, ну, я один раз, да, лежала прямо в больнице, а так как у меня родственники еще лежали в больнице, да, и я не раз посещала эти заведения, да, разные клиники здесь по Берлину, то я могу с уверенностью сказать, здесь постель наичистейшая, меняют ее, как положено, да, как там, я не помню, как у них раз в 3 дня или раз в 2 дня. В общем, они смотрят по состоянию человека. Если человек лежачий, они раз в день, раз в сутки меняют, да, если ходит под себя. А, памперсы, прокладки вот женские, да, так как я в гинекологии лежала, бесплатно. Бесплатно. Когда меня повезли, вас везут на операцию, вот вас положили, да, в палату, кровать, она вся с доводчиками, да, то есть ноги можно приподнять, вышить, вас посадить, полу посадить, полу полежать, да, волной вас запустить. Эти такие кровати везде. И на этой же кровати вас увезут на операцию, и на этой же кровати вас привезут после операции. Вы пешком туда не пойдете. Понимаете? Есть ли такие условия? Я простой обыватель, да, попадаю в гинекологию, и меня, я ходячая, перед тем, как мне операцию сделать, мне вливали кровь, сразу же начали вливать, я на ночь поступила,
Да, надо отсидеть очередь, но это же надо понимать. У нас Берлин большой город, у нас очень плотность населения очень большая. Да, надо посидеть. Вот с дочерью мы попадали тоже в больницу. Вот недавно только у меня видео есть, да. Да, мы отсидели очень долго, но пока нас приняли основательно, но принимают сразу меры, да. То есть поставят капельницу, если надо, перебинтуют, посмотрят, почистят рану, да, и потом скажут, ожидайте еще дальше приема именно врача. Прикрепят вас потом ко врачу, этот врач будет вас наблюдать там, да, то есть отправят потом на МРТ или на снимок, да, не МРТ, а как это называется еще, забыла я. В общем, он будет уже смотреть, и он будет направлять вас в больницу, либо принимать решение о том, что он напишет назначение для хаусарца, да, постоянного вашего семейного врача, напишет и снимок сделает, все приложит, да, и вам отдаст в руки и скажет, вот завтра идите к своему врачу, он должен дальше вести ваше, я так по скорой сама тоже несколько раз попадала, просто знаю, да, он напишет все, и к хаусарцу относишь, и она должна будет выписать сопутствующее лекарство вам. То есть мою дочь вот приняли с ногой, да, ей сразу же одели, я не знаю, как только, точно называется по-русски, это лангета или как, вот на ногу, да, зафиксировали ее. Она еще шла с, я ее показывала даже в своем видео, с прохладными кульками такими внутри, да. Вот, вот этот бинт эластичный, да, дали. Потом мы пришли, когда ко врачу на следующее утро, да, мы должны были пойти с рекомендациями, вот с этим письмом. Этот врач еще дополнительно выписал мази, выписал, не выписал, а сразу дал эластичный новый бинт, да, показал опять, как правильно одевать эту лангету, и она до сих пор у нас, она остается у нас бесплатно, да. Вот, и... Когда я попадала по скорой, точно так же. К вам сразу подойдут в течение 50 минут, да, опрос проведут, поставят обязательно капельницу, и потом уже они смотрят, в каком вы состоянии, да, и как быстро к вам придет ваш врач. Он из отделения вызывается, да. Вот. И, конечно, очереди большие. Ну, вот я, да, сейчас вам расскажу. Я здесь, меня привезли, да, мне аж было неудобно. Ну, потому что опыт был за плечами казахстанский, да, и Советского Союза. И тут тебя везут, ты вроде бы в состоянии идти, тебе влили уже за ночь кровь, да, все нормально, ты идешь, не шатаешься. Нет, тебе пришли перед операцией, сказали там не кушать, всякое такое, да, принесли маленькую таблеточку. Ты ее выпиваешь, да, и так веселенький становишься. Ну, так как-то спокойно становится. Меня увезли туда, и предоперационная палата, да, меня туда завезли, переложили с моей кровати, сейчас опыт расскажу казахстанский, переложили меня так, на именно тот стол, на котором меня будут оперировать, в предоперационной палате, и потом ввозили в операционный, в оперблок, да, в этом, на этой кровати. Так переложили, что я даже ничего не почувствовала. Правда, я была в шоке. Потом уже тебя ввозят в такой коридор, как типа лифт, а когда ты на нем уже, через него потом, как там освобождается, там, в общем, конвейер вот так вот идет, да, тебя в эти двери ввозят, в другие вывозят, да, и вот так вот идет конвейер вот этот. Вот в этом уже перед дверями в оперблок мне дали еще одну маленькую таблеточку, я ее выпила, и все. Я даже не знаю, как меня завезли в оперблок. Меня будет уже в оперблоке перед тем, как увозить, да? Я смотрю, она, медсестра мне говорит, все хорошо, вы пришли в себя, вы меня видите, слышите, все. Я говорю, да. Она говорит, все хорошо, нигде ничего не тянет, не болит. Нет, все хорошо. Она мне говорит, ну, нет, это я ей говорю. Я говорю, вы уже все сделали? Она говорит, да. Я говорю, а когда? Она засмеялась, и все. Я ничего не почувствовала, ничего, даже заволноваться не успела, понимаете? И меня потом там уже с этой кровати перекладывают на мою кровать и увозят в отделение. Все. Теперь расскажу, как было в Казахстане.
Но начну, наверное, с операции, когда мне было 13 или 14 лет. Мне сделали операцию на 13, по-моему, или в 12 даже. Но это не суть важно. Но, в общем, при Советском Союзе мне сделали операцию аппендицит. Я лежала еще и потом, да, еще и так в детском отделении. У меня было воспаление легких, и не один раз. Это тоже отдельная тема. В общем, в Казахстане, вернее, при Советском Союзе, меня прооперировали. Очнулась я на железной кровати вот в таком положении, буквой ЗЮ, да, улыбку из себя создала. Ну, вы все это знаете. Кто-то до сих пор это проходит, да. Мало того, что больно тебе от того, что тебя вот так положили, да, и ты лежишь просто вот так изогнутый. Это плюс еще... Ты не можешь даже потом, когда надо было вставать, ты не мог выбраться из этого корыта. Да, я проснулась от боли. Меня будили, да, мне, но я в таком была трансе, да, что мне было тяжело проснуться, меня сушили губы. Я помню это все, что мне так хотелось пить, а мне не давали, да. Даже не смачивал, никто за мной не ухаживал, не смачивал губы. Там мать раз или два пришла, что-то один раз вот она смочила мне губы, когда сразу после операции, да, и все. И положили, я помню, заходит медсестра, мне тут и так хорошо, в кавычках, да, ложит холодный мешок с песком на бок, да, и я еще ниже прогинаюсь в кровати, да, и все, и пошла. Никто за нами там не ухаживал. Вот прошло обход утром, и все. И все, врач пришел, посмотрел, ну, потом скажет, на перевязку, да, пойдешь, в очереди еще стоишь с этой перевязкой, да. Мне потом аппендицит переделывали очень долго. Я 2 года мучилась с этим аппендицитом. У меня была дырка сквозная в шве при Советском Союзе. У меня один раз вывалились кишочки мне в руку вот так в ладошке в бане, в общественной бане мы пошли, да, помыться. И у меня просто из дырочки она начала подживать, и вывалились кишочки. Я их вот так в руке, и мы побежали в больницу. И мне вот это последний раз зашивали на живую. На живую зашивали, третий, это был третий раз. На живую так зашили, что мне пришили, и у меня там на месте вот этой дырки, да. Потом-то, слава богу, все зажило. Но факт то, что шов шел вот так, как я лежала на кровати, вот так и шов вовнутрь ко мне туда. И он так до сих пор у меня. Так до сих пор у меня туда прям яма. Я туда, вот чтобы мне палец ставить, вот такая. Вот такое расстояние вовнутрь в живот дырка. Ну, не дырка, не сквозная, а в смысле вмятина, да. А вот, теперь расскажу, так как я после дочи своей, у меня была опухоль на поджелудочной железе, думали рак. У меня желчь пошла под кожу, да, температура там несколько дней, в общем, это был кошмар. Но я сама это запустила и довела, да. Потому что на тот момент у меня был маленький ребенок, у меня была... Я занималась таким делом, который... Ну, в общем, там все сопутствовало. Не буду сейчас плакаться или что-то говорить такое, да. Мне пришло... Я понимала, что здесь уже мне никто ничем не поможет. Ну, в нашем селе уже никто ничего не мог сделать, да. Это надо было ехать в район или в область. Я понимала, что туда, если я поеду, то все, оттуда меня, ну, только выпустят... доживать. И поехала я в частную клинику в Кустаная. Я забыла, как называется опять. Сейчас Олеся, если ты меня смотришь, она знает вот название этой клиники. В частной клинике я оплатила сразу, ну, сперва к хирургу, да, пошла, мне сделали как это называется? Ну, в общем, просветили, да, посмотрели, были в ужасе. Мне даже ничего говорить не стали, да. Положили меня под капельницей, я лежала голодная.
Но я на тот момент, правда, уже даже глоток воды не могла делать. Боли были ужасные, просто ужасные. И я пролежала под капельницей, мне слова никто не говорил, что со мной, как со мной. Просто хирург меня просто-напросто отматюкал. Он сказал, что ты понимаешь, что ты можешь умереть? Ну, за опухоль он сказал, да, и что они взяли... В общем, они мне делали, да, вот это глотание кишки, брали там соскоб или что, отправляли в Алмату, кто знает, в Казахстане расстояние от Кустаная до Алматы, да, и я ждала, лежала несколько дней, в общем, я после операции я лежала 3 дня, а в общем я пролежала 11 или 12 дней, вот, я лежала, сколько дней я пролежала просто на капельницах, боли были ужасные, я не ела и не пила. Вот, ну я рыдала, а я терпеливый человек, да, я боль могу терпеть, но я рыдала постоянно. Меня прооперировали, когда пришло подтверждение о том, что это не рак, да, прооперировали на цену, которую я заплатила за время нормальной операции. Понимаете, там есть, ну, границы, да, и они смотрят, вот ты заплатила за нормальную операцию. Меня на это время и погрузили, да, то есть через вену вводили укол. А вот это состояние, что неописуемое, когда ты идешь в ночнушке до оперблока, заходишь в оперблок ножками своими, при всех этих болях, заходишь в оперблок, тебе говорят в предбаннике, да, будем так называть, раздевайтесь догола. Для меня это, ну, очень тяжело. Это морально бьет по мне очень сильно, да. Про роддом я расскажу, да. По времени смотрю, очень, очень будет длинное видео. В общем, в частной клинике за собственные деньги я вот этот позор и унижение должна была терпеть. Был анестезиолог, был сам врач-хирург и 2 медсестры. И стоят все одетые, да, вот с этими руками, вот так вот на тебя, с этой операбельной комнаты, где будет проходить. Они стоят, ну что вы, давайте, раздевайтесь, мы вас ждем. И ты стоишь, я уже рассказала, как здесь. Меня увезли в ночнушки и привезли в ночнушки. Я не знаю, когда они меня раздевали. У меня не было этого позора. А ты раздеваешься догола, да? Ты все, ты просто один нервный ком вот такой громадный, да? И ты шлепаешь к этой и залазишь на стол операционный. Ну, женщины, вы все подумайте, как, да? Перенося вот это, ты уже просто готов не то что реветь от позора и стыда, вот этого вот унижения, да, какого-то, когда все на тебя стоят и смотрят, 5 человек, да? И 4 или 5 человек их было. Ну, давай. Давай уже. Залазишь, да, ложишься, потом вводят тебя на сумму оплаты твоей нормальной операции, и ими поставлены границы, не мною, ими. И ты даже не знаешь, что ты оплатил только вот это время. Я его узнала именно на операционном столе, когда очнулась во время операции. Я стала в себя приходить от страшной боли в животе. От страшной боли. Я открываю глаза, вижу над собой анестезиолога в перевернутом, да, виде, глаза в глаза. Начинаю задыхаться, потому что у меня трубка торчит во рту, да, и я начинаю рвотные позывы. А вы себе представляете, рвотный позыв, живот весь дергается, да, а у тебя здесь разрезано под пупком, у меня разрез прям сильный, да, здесь 3 точки, а под пупком у меня сильный разрез большой. И ты начинаешь вот эти рвотные позывы, боль еще сильнее увеличивается, и слышишь крик хирурга, да, и глазами потом ведешь, и ничего не понимаешь, а боль ужасная, а кричать ты не можешь, у тебя трубка во рту. И хирург говорит, она что, очнулась, что ли? Вводи ее заново, говорит, я не закончил, у нее еще здесь оказывается пупочная грыжа, мне сетку вставить надо. И... Это в частной клинике, за что ты заплатил денежку. И меня вводят в легкий наркоз. Притом, когда мне, да, чуть-чуть полегче стало, но трубку мне вытащили, да, что-то еще добавили в вену.
мне чуть-чуть полегче стало, да, но боль все равно дальше продолжалась. Я чувствовала, как он сетку вставлял, как он мне зашивал этот живот, дергал постоянно, да, эти узлы. Я все чувствовала, я лежала в сознании. Меня повезли вот на вот этой вот операционном этом столе, меня повезли в палату, да, а пол был деревянный, ну, половица. И я чувствовала каждую половицу на колесиках, когда колесик с одной половицы перескакивал на другую. Вот этот встряс, да, боль ужасная была. А я не могла ничего сказать. У меня онемел просто рот, язык, да, онемел просто. У меня горло все разодрали этой трубкой, потому что резко ее выдернули. Дальше привозят меня до кровати. Да, там была деревянная кровать, но матрас ничуть не лучше. Не сетка, но он такой же уже проваленный. И меня берут несколько человек на простынях, да, поднимают, и сосед села гак на деревянную кровать. Боль была. И вот тут у меня прорезался только стон. И они: что, больно? Ну ладно, сейчас пройдет. И уехали со своим столиком. А боль продолжалась дальше. Ужасная. И вот там, да, была кнопка. Я рукой уже поняла, ну, потому что соображение было не, ну, не работало, голова на 100%, да, это ты как какой-то 4 раза пьяный, вот. Пока до меня сознание дошло, что на эту кнопку, и я, медсестра стоит передо мной, да, я вся вот так вот мечусь по кровати от боли, а стоны не могу даже в полную мощь стон показать, да, свой. И она стоит и смотрит. Я не пойму, вам больно, что ли? А что с вами происходит? Вам больно, что ли? И я уже при ней жму на кнопку на эту, она... Ей больно! Побежала за уколом, прибежала, мне сделала, да, и вот тут вот только пришло успокоение. И это частная клиника, где я заплатила денежки. Ну и для нас это было нормально, потому что мы другого не знали до приезда сюда. В частной клинике мне никто не ставил воду, как здесь в Германии, да, самой дорогой марки. Здесь по всей Германии, кто живет в Германии, сейчас напишите, правду я говорю или нет. Воду ставят с газом или без, ну, какую вы хотите пить, самой дорогой марки по всей Германии, в каждой палате. И пейте, хоть уписайтесь, если вам это позволено врачом. И вам всегда будут приносить воду. Либо вы можете сами сказать, если у вас закончилось, да, и долго не видите кого-то, сами позвать, просто сказать. Кнопки здесь везде. Как я написала это, да, свой комментарий под вторым видео. Я и под первым писала, и под вторым написала, что, к сожалению, ничего не меняется, как я смотрю, с Советского Союза я имела в виду, да. Я описала, как здесь лежат люди, на своем примере, на примере своего дедушки, своего сына, да. Хотя здесь и другие люди лежали, и я тоже их посещала в свое время в больнице. Вот, и в разных клиниках, не в одной, да, не в одной. Здесь по Берлину. И вода, прокладки, памперсы, это все бесплатно. Бесплатно говоря, я имею в виду, что да, это оплачивает ваша Кранкенкасса. То есть ваша медицинская страховка. Скажите мне, люди с России, люди с Казахстана, оплачивает ли ваша медицинская страховка памперсы, прокладки, воду бесплатную самой дорогой марки, когда у вас родственники или вы сами лежали в больнице? Постельную чистейшую, которую не надо просить и не надо требовать, тем более, чтобы вам сменили. За всем этим следят. За всем этим следят. Никогда я еще не слышала, чтобы здесь, в Германии, были пролежни у человека, который даже лежал, вот мой дедуля, он лежал в реанимации 2 недели, по-моему. По-моему, 2 недели, но больше недели, это факт. В коме. Ни одного пролежня на нем не было. Как, когда бы мы ни приходили в реанимацию, здесь везде пускают. Везде пускают людей, да. Наоборот, они... хотят, чтобы они понимают, что пациенту легче и лучше, когда его посещают родные люди, да? И здесь это большой-большой жирный плюс. Или для кого-то минус. Ну, может, для кого-то и минус.
для безрассудных, я считаю, людей. А в реанимацию здесь тоже можно. Но запускали, вот как у нас, по 2 человека, но хоть 50 человек в день. Но по 2 человека, то есть ты ждешь в комнате ожидания перед входом в реанимацию, да, в которой находится ваш родственник. И, пожалуйста, даже не родственник, вы скажете, что вы подруга или друг ближайший. Вы хотите, человек в коме лежит, ему вообще насрать, наверное, я извиняюсь, да, но вещи своими именами буду называть. Хотя ему не насрать, я у дедули у своего потом спрашивала. Вот. И человек лежит сам чистый, не запашинки от него плохой. Лежит в хрустящей постели, в чистой, наичистейшей, я скажу. И у него в руках вложена врачами иконка маленькая. У всех у них в реанимации вложена иконка в руках. У всех. Скажите, в России или в Казахстане, кто меня будет смотреть, есть такое? Вот даже до того. Впускают ли в реанимацию всех родственников и даже друзей? Про еду отдельная тема. Отдельно. Мало того, что если вы мусульмане, для вас отдельная еда. И в ней тоже есть выбор. Не просто вот одно меню для мусульман и не то, и не но. Нет, там выбор есть. Там выбор есть. И вам приносят, да, меню на... Ну, смотря сколько вы будете лежать. Вот, например, если я лежала там 3 дня, да, мне сразу принесли, и именно люди, которые... доставляют еду, да, медсестра пришла, принесла мне этот, не медсестра, а тот человек, ну да, наверное, медсестра, от них вот эту карту, и она сказала, вот на все 3 дня вы себе проставьте, да, если вы лежите дольше, вам принесут опять эту карту, вам принесут опять карту, и вы продлите. Если даже вы еще ничего не сделали, вам все равно принесут еду, вам все равно выбора не будет, а вот что принесут, то и будете кушать, да, тогда. Но вам принесут, вы не останетесь без еды, если вам прописано это врачом. Понимаете? Выбор и для вегетарианцев, и для мусульман, и для нас, простого народа, ну, которые не те и не другие, да. Если вы кушаете все, вам принесут эту карту, вы себе выберете на завтрак, на обед и на ужин, что вы будете кушать каждый день. Или, например, вы выбрали на 2 дня и скажете... Ну, там я еще, думаю, буду лежать, но я не знаю, может быть, я что-нибудь еще передумаю, да. Они скажут, хорошо, мы к вам еще подойдем с этой картой потом, через 2 дня, да, или на 2-й день вечером. Вернее, вечером не подходит, днем. И вы скажете, что вы в последующем будете кушать. Еда вкусная. Вкусная еда. Я вам скажу с опыта. Я привереда в еде. Большая привереда. Но с опытом. После Казахстана и после Советского Союза. И что здесь, я вам скажу, очень вкусная еда. Ту, которую хочешь кушать. И кушаешь с удовольствием. Вот. Дедуля, вот, например, у меня лежал. После того, как он с реанимации, его перевели в кардиологию, потому что с сердцем было плохо, да, потом. И, ну, не потом, у него и было повышенное всегда давление, да, но именно он не лежал по сердцу ни один раз, а тут после этого перевели сразу. Ну, они же все проверяют, да, смотрят. Перевели в кардиологию. За ним смотрели, за ним ухаживали, да. Да, где-то он там в еде... Он на коляске его возили. Поднимали с постели, переодевали памперсы. Это все делали они. Один раз, когда я пришла, прям как раз в этот передо мной все случилось. Когда он начал уже кушать сам, да, ложку мог подносить, да, естественно, он обляпывался, но они тут же его переодевали. Они не положат его, ну, эти, знаете, как одевали после и в реанимации, и после реанимации, они в таких, как ночнушки сзади с разрезом, да, вот эти завязки, на завязках. Вот он пока сам не мог за собой ухаживать, он был вот в этой рубашке, которую ему постоянно переодевали, да. Вот так-то. И после того, как он отлежал в кардиологии, его привели в нормальное состояние, но у него отказали еще ноги.
Его, по-моему, на 3 месяца, но больше, чем на месяц, перевели в реабилитационный центр. Да, это все не будет на блюдечке с голубой каемочкой, как я уже сказала. Это все должны тоже делать родственники. И как одна женщина мне написала, что если вы вдруг будете смотреть это видео, вдруг, да, что мама 81 год, по-моему, попала, ну, что-то около, ну, пусть 80 лет, попала в больницу, что у нее отобрали эту красную кнопку, на которую нажимать и вызывать врача, чтобы ей было плохо, и что они ее запеленали как бебечка. Я вам одно скажу. Значит, вы как дочка не посещали свою маму. Не посещали. Либо посещали, но молча позволяли это делать. Да, мы люди, и, к сожалению, как я в самом начале сказала, к сожалению, мы бесчувственны. К сожалению, сейчас в Германии везде потихонечку бардак, да, но он пресекаем, он здесь пресекаем, здесь люди боятся наказания, здесь люди могут потерять работу из-за этого и больше никогда не восстановиться ни на одну работу, где с людьми работать, да, именно по уходу. Здесь люди боятся. Плюс еще большой деньгой наказывают, да, это. Оберарсты, то есть главные врачи, могут вообще слететь и больше никогда не прийти на это место, да? Или такое подобное. Никогда не восстановиться. Да, к сожалению, сейчас в Германии упростили обучение медработников, да, ну, те люди, которые сюда приезжают, беженцы, либо, как мы, поздние переселенцы, раньше здесь переучиться, да, было сложнее, вот, ну, надо было поднатужиться, да, чтобы это сделать. Сейчас все упрощают, потому что не хватает рабочих рук. Опять же, думают о людях, да, но в то же время где-то попускают случиться вот таким, да, безрассудным поступком. Да, но вы, как родственники, вы почему не пресекаете это сразу в корне, да? Почему? Я такого не видела. Если бы с моим дедулей, а с моим дедулей перед тем, как он попал в коме лежал в реанимации, да, ему сделали... То есть хаусарст был русскоговорящий, да, медсестры были русскоговорящие. И он пошел, он был уже простужен, ему сделали прививку. Старому человеку, 80 с лишним лет. Ему делают прививку, видят, что он простужен, делают прививку на старый организм. И он начинает заболевать сильнее и сильнее. А так как он молчун и долготерпимый был, да, да мы все такие. И он молчал до того, как у него воспаление легких началось и уже развилось до такой степени, что он потерял сознание. У него была температура страшнейшая, а он молчал. Он молчал и ничего не говорил. И он потерял сознание. И вот когда вызвали скорую, его забрали и ввели его потом в медицинскую кому, у него было запущенное воспаление легких. И я не молчала. Не молчала. Я пошла до хаусарца, да, но не одна, со мной была еще одна родственница. И я там им сказала. Я сказала, если вы, по какому праву вы, люди безрассудные, сделали старому человеку, у которого есть хронические болезни, и он простужен, вы делаете ему наверх прививку. И они не знали, что мне сказать. Медсестра, она не знала, она была перепугана. И я сказала, молитесь Богу, чтобы мой дед выжил. Сейчас там, лежа в реанимации, чтобы он выжил. Иначе я не знаю, что с вами сделаю здесь. И она знала, что я имею право на это полноценное. Если бы, не дай Бог, так случилось, их клинику бы прикрыли, и они не имели бы возможности больше никогда здесь работать, ну вот в таком положении. Мало того, что еще и моральный ущерб бы выплачивали всю жизнь моей бабульчике. Так что здесь больше букву закона они боятся. И если вы видите, что с вашими родными что-то происходит, да, если на ваших глазах вы это видите, и вы молча попускаете, то это не вина правительства или не вина
оберарста, да, главного врача, который тоже не видит то, что вот в данный момент происходит. Это вина ваша. Это вина ваша. Но здесь боятся этого. Здесь только скажи, адвокат, да, Рейхсанвальт. И они уже вот такие глаза. Что, как? Почему? Что сделать? Скажите, что это не так. Ну, скажите, что это не так. Поэтому я не люблю безрассудство людское. Я, как уже говорила в своих видео и не раз, да, я не патриот. Патриотизма той или иной страны у меня нету. У меня человеческий Божий патриотизм. Божий патриотизм к человечеству. Я сострадаю людям. Я переживаю их боль как свою, да, если вижу. Или одна женщина там писала, она под моим комментарием написала только то, что, ну, что здесь, о чем вы говорите, бесплатно, что памперсы в больнице, всякое такое, мол, мы платим большие страховки. По 500 евро, что ли, что такое? Ну да, в зависимости от заработка. Тут не, если я бы получала зарплату в 500 евро, мне бы сказали, только за медицинскую страховку ты должна 500 евро заплатить. Да вы что, это же неправда. В зависимости от заработка. В зависимости, как вы работаете. Тайлсайт, фольсайт или базис. Ну это же правда. Это же правда. И вы знаете, за что вы платите? Так же, как и я знаю, что, за что платит человек, с которым я проживаю. Да? И сама работала, и за что платила. Я знаю. И я не возмущена. У меня дети работают. У меня 3 сына работающие и пашут, как волы здесь. Пашут за и за маму, и за того дядю. И они платят очень большие страховки, очень большие налоги. Но они знают, за что они платят. Они знают. Так что говорить об этом не надо. А потом, если вдруг вы посмотрите мое видео, да, я видела сообщение. Ну, кто знает, тот знает, можно нажимать там, пройти и посмотреть еще сообщение этого человека, да, на том или ином канале. И там где-то эта женщина написала, что мой муж лежал, я дословно не помню, но факт в том, что мой муж лежал в больнице, ему нужна была операция, его прооперировали, и потом поместили в палату с бомжом. И мой муж там на третий или на четвертый день сбежал после операции, потому что он не хотел лежать рядом с бомжом. Так это проблема медицины, медицинской страховки, правительства страны или ваша царская проблема, что вы не хотите рядом с бичом лежать. Да, здесь что бич, что работающий. Ну и да, правительство, конечно, они там будут в отдельном месте лечиться и лежать, но я вам скажу, обслуживание будет, ну, ничуть. Как сказать, наше обслуживание ничуть не хуже ихнего. Мы также в чистых постельках, как и они. Мы также получаем воду самую дорогую. Мы также получаем разнообразие еды. Мы также получаем операции, да, в полном наркозе и не ощущая боли. Все так же. Ну, то до их места доработаться надо, да? Они достигли, как уж там, правдами, неправдами, не нам судить. И я не хочу даже этого касаться. Не нам судить, и нам этого не понять. Но мы лежим на уровне. На уровне. По сравнению, а мне есть чем сравнить. Я не переживаю в плане медицины. Ну, обслуживание медицины. Да, сейчас есть немножко переживания за то, что из-за большого поступления народа, буду говорить только за Берлин, да, то, что у нас в Берлине плотность населения такая большая стала, я просто замечаю это, а я очень часто выхожу, да, и хожу по врачам, по терапиям, по делам, очень много. И мы так гулять ходим с дочерью, да. Я вижу плотность населения, которая меняется прям просто, можно сказать, не по дням, а по часам уже. В Берлине отсюда Берлин становится грязнее, отсюда в медицине тоже становится грязнее. Не в плане
грязи, а в плане отношения людского грязь. Понимаете? Это наши человеческие качества. И теряем мы их или нет, зависит только от нас. Это социум. Проблема социума. И не надо говорить, что бича рядом с вашим мужем положили. Что он не человек? Он не человек? Или вам его вонючего с улицы прям сразу положили в палату, нате, нюхайте. Ведь это же тоже неправда. Его переоденут. Ну, хоть как-то приведут в божеский вид. Я видела здесь, вот когда с дочерью была, да, можно сказать, не так давно, да, в приемном покое, по-русски говоря, и как обслуживали человека, который ни слова, ни единого слова по-немецки не понимал и не говорил. И я сидела и наблюдала за этим всем, да, и как они и прихлопами, и притопами там с ним, чтобы он понял, что они говорят, и что, ну, узнать у него имя хотя бы, с какой страны, есть ли аллергия на лекарства, да, хотя бы это узнать, потому что им надо быстро ему сделать, первую помощь оказать. И я смотрела, я просто диву давалась, потому что мне есть с чем сравнить, да. У нас бы такого... И видно, что человека привезли со стройки. Со стройки. У него спрашивают, у тебя есть вообще немецкое гражданство, немецкие усвайсы, они и так, и сяк. А какой страны есть, да? И выяснили все-таки, что он, по-моему, с Болгарии. Я не помню, как переводится по-русски. Унгарн по-немецки. Кто немцы, напишите. Унгарн. С Унгарн он был, да? И я смотрю на это все. И понимаю. А вот тебе и на... Простой какой-то, можно сказать, нашим человеческим безрассудным языком, забулдыга с дороги, ну, потому что его видеть надо было, да? И что они делали? Как они его принимали? Точно так же, как мою дочь. Точно так же, как принимали меня. Все так же было. Понимаете? И я понимаю, как бы приняли его там. У нас в Казахстане, в приемном покое. Так что не надо безрассудствовать, люди мои дорогие, не надо безрассудствовать. Не надо, молитесь, обращайтесь к Богу, и все будет. Сейчас же скажу, заматерюсь, получается. Но все-таки скажу, не пессимиздите, пожалуйста. Два человека посади и налей полстакана воды, и каждый увидит по-разному, да? Ну, а может быть, одинаково увидит. Вот хорошо было бы, если бы мы все видели в этом полстакане воды, что он наполовину полон, а не наполовину пуст. Не надо говорить, что здесь плохо, немцы. Не надо говорить, что здесь плохо. У вас просто глазик уже замылился, затерся. Вам надо съездить, ну, пройти там больницу. Я вам этого не желаю. Но если вы вот так, включите разум, послушайте людей, повспоминайте свои опыты. Если у вас их не было, поспрашивайте у людей, которым вы более-менее доверяете, и которые действительно проходили это, да, там хотя бы один опыт какой-то был. Но именно у тех людей, у которых опыт был там, и потом опыт был здесь. Прекращайте. Не надо. Гнать на ту страну, которая вас приняла. Я благодарна этой стране за то, что приняла меня, моих детей. За то, что дала крышу над головой. Да, она сама не давала. Не вот так вот. О, фрау Гетель, мы вас ждали всю жизнь. И ваших детей. И еще ваших там всех остальных. Вот вам квартира. Не нравится? Мы сейчас же другую. Сколько комнат хотите? На каком этаже жить хотите? Ну, это ж не так. Да, не так. Не потопаешь, не полопаешь. Только здесь можно мало потопать и полопать. А там можно топать и топать. И вы сами прекрасно знаете. И эта проблема не наша. Вернее, не то, что не... Нет. Это проблема, что там можно топать и топать и топать и топать. Топать и в конце концов притопать два там на метр, да,
в ямку и так ничего и не натопать. Или с пиццей, или с наркоманицей, потому что устала топать. У каждого своя психика, у каждого свое нервное состояние, у каждого мера терпения своя. Да? Мы все люди. И да, здесь тоже топать надо. Да, чтобы получить, но мы получаем все крышу над головой. Мы получаем шпрах-курсы, которые бесплатные. Вот я еще на этом остановлюсь, да. Мы приехали в эту страну, все здесь, все без исключения, проходили шпрах-курсы и до сих пор проходят даже беженцы от войны с любой страны, с любой страны. Здесь получают бесплатные курсы немецкого языка. Казахстан. Мое поколение. У меня был казахский язык. Если кто-то из одноклассников смотрит, подтвердите, что это правда. Ну, не подтвердите, вы молчуны у меня такие хорошие в этом смысле. Язычок у вас где не надо, наверное, только говорить. Вот. И у нас казахский язык. Во втором классе я уже у себя в школе не училась. В первом классе он был, ну, пусть даже максимум полгода. Но вот сколько я помню, даже полгода не было. Пусть будет полгода в первом классе. Потом у нас не было учителя казахского языка. Просто не было. В четвертом классе я опять не училась в своем селе, да, где проживала мать. В пятый опять приезжаю, казахского языка нету. Заканчиваем школу, да, поступаем еще куда-то. Там тоже казахским языком никто не баловался. А скажите, это проблема правительства страны или проблема наша частная? Но когда потом взялись за ум и начали казахский, у нас же свой язык есть. Ё-моё, правда что? Чуть мы все по-русски. А оно быстро все по-казахски заговорили. Вот так. Понятно? А кому непонятно, фу, на вас. Ну что не так? Что не так? Я смотрю одного блогера, который приехал, казах, парень молодой, ну, по отношению ко мне, который переехал, он жил в России, да, и он раскрывает проблему Казахстана. Он выучился еще в России на корреспондент. И потом он говорит, я и не собирался никогда в Казахстан. Я думал, в России я всю жизнь так и буду жить в России, да. А так как они в России жили, он по-казахски не говорил. Он говорит, у нас и дома по-казахски толком не говорили. У нас в Казахстане много семей, где дома по-казахски не говорили. И есть такие, которые до сих пор не говорят по-казахски. Но с них правительство требует казахский язык. Мало того, я вам скажу, казахский народный язык, именно тот старый язык, очень сильно отличается от того казахского, который потом начал приходить, когда его вспомнили. Он до сих пор видоизменяется. Он до сих пор видоизменяется. И многие казахи не могут разговаривать на том языке, который сейчас продвигается. Да? Многие не могут. Но это так же, как наши старые немцы, да, у них диалект, у них многих слов даже не было в разговоре, да, в словарном запасе не было многих слов, которые потом пришли, с которыми мы сюда приехали и столкнулись, да. И на каждой земле здесь по-разному, да, говорят. Вот у нас в Берлине Хохдойч, но у нас можно услышать что угодно. И какой угодно дойч, то есть немецкий язык, да. Но здесь правительство заинтересовано выучить людей и предоставить им бесплатные курсы. И это не одни курсы. И если вы хотите потом подтвердить свою профессию в медицине, в инженерии, в компьютерах, да, там, ну, в общем, все называть не буду, да. Если вы хотите подтвердить свою профессию, а хотите в 50 лет выучиться на профессию? Пожалуйста. Бесплатно. Государство оплачивает. Я сама это проходила. Но не такой протяженный курс, да, как я потом помогала одной женщине, которая училась.
И, по-моему, до сих пор еще учится на протяжении вот 5 лет. Ну, 4 года точно. И немецкий язык повышала квалификацию постоянно. И плюс подготовку на пересдачу подтверждения своего диплома. Еще не входя в профессию. Не входя, а только подготовка к переобучению здесь на немецкий язык, да, по ее профессии. Только подготовка. Бесплатно. Особенно молодежь. Здесь будут двигать и толкать, и бесплатных курсов напхают тебе полно-полно. На профессию хочешь в 50, хочешь в 70 лет? Пожалуйста. Иди. Но опять же, да, ты должен иметь предпосылки. То есть тебе государство будет оплачивать, если, ну, то есть ты будешь изучать бесплатно, если ты не имеешь высокий доход. А чтобы здесь учиться за свои деньги и иметь высокий доход, нужно очень иметь высокий доход. Очень. Практически все здесь могут учиться бесплатно. Вот. И, конечно, тут подразделяется. Вот у меня, например, младший сын, он штудировал, да, то есть как... Я даже не знаю, как это сказать по-русски. Но здесь подразделяется. Есть профессии, которые, на которые... ну, само собой полагающие, учат бесплатно, да, а есть профессии, на которые можно подать потом еще на БАФЕК, есть такое заведение, или как его назвать, БАФЕК, да, то есть это заведение, которое помогает тебе обучать, оплачивает твою учебу, и оплачивает твое проживание и прожиточный минимум. То есть стипендию ты не получаешь оттуда, да, а надо заплатить за это обучение. Ты ставишь антракт, то есть заявление на БАФЕК. БАФЕК оплачивает тебе твое обучение, оплачивает тебе квартиру, если ты не проживаешь с родителями, да, приехал с другого города. Или, например, даже у нас здесь в Берлине, если я живу на одном конце города, а мой сын бы обучался на другом конце, он имел право себе найти квартиру или комнату. БАФЕК оплачивает ему жилье. Что и произошло у меня, например, с младшим сыном. За время обучения он женился. Рано женился, да, но это уже другая история. Ничего плохого там не было, все нормально. Рано женился, и он с женой, естественно, ну, они со мной какое-то время пожили, но поставили уже вот антракт, да, на БАФЕК. Ему платили за обучение, пока он проживал со мной, да, и плюс ему еще на прожиточный минимум давали. То, что он проживал со мной. И, ну, с учетом, что проживал с родителями, не со мной, под словом «со мной» я имею в виду с родителями. И плюс, когда он имел право найти квартиру, так как он был женат, да, хоть и учился по учебе, он недалеко ездил, но имел право, потому что он женился. Он поставил еще дополнительно на это, ему дали разрешение пойти в квартиру, ну, дали разрешение в том плане, что они будут оплачивать его жилище и доплачивать еще потом его жене, с учетом, что она с ним будет жить, на прожиточный минимум на 2 персоны. С учетом, если она не будет получать стипендию. Ну, она получала какую-то стипендию, это все показываешь, да. Вот и я говорю, потопать надо. Это все показываешь. Он учился на БАФЕКе. Многие боятся, кто не знает этой темы, да, БАФЕКа здесь боятся в Германии, что да, если ты потом выходишь на работу, работаешь по профессии, по которой ты обучался, если ты получаешь в год там такую-то сумму, то ты начинаешь постепенно, потихоньку выплачивать назад в БАФЕК эти деньги, да, которые ты брал у него. Эта сумма... Люди... Вот тех, от которых я слышала, что да не дай бог, да нафиг надо с этим БАФЕКом связывать, да потом мой ребенок будет всю жизнь как раб там, да, выплачивать эти деньги. А вы сами рабство себе не делаете, когда вы берете дом здесь в кредит, ну вот такие же люди, да, и в рабстве до конца своих дней. А потом дети попереженились, вы остаетесь в двоем доме. А нахрена был козе баян, когда она и так веселая?
А вы только сейчас поняли, что она веселая была и до этого, да? Или потом плачутся и, ну, чувствуют себя плохо, если даже не плачутся, в том плане, что мне еще столько выплачивать за этот дом, а мне не надо. А мне не надо. Да, мне платит, доплачивает сейчас государство то, что я не работаю, да? Да, я оплачивала квартиру, но вы те же деньги платили в банк. И, мол, типа под словами, под соусом преподавали, ну это же будет наш дом. И толку, ваши дети все отучились, разъехались и сказали, живите, родители, в своем доме. Им нафиг не нужен ваш дом. Что это как оставить, как... наследство для детей. А вы не боитесь, что ваши дети еще перегрызутся из этого дома? Это полная вероятность, практически на 90%. Вот. Я вам скажу, что мой отец проживал в собственном доме, и у него было немало денег. Он работал всегда деньги. Эти деньги, можно сказать, поспособствовали, чтобы он сам на себя наложил руки, в конце концов. Но был у него дом. И я могу сказать, не один. А в результате поделили на нас всех эти деньги. И когда продавался его дом, да, в который он вкладывал, который он брал, а потом вкладывал всю жизнь, за которую он платил, и когда я по бумагам узнала, какие деньги он платил за этот дом, за землю, за дом, за воду, за отопление, мне стало аж страшно. Но он не платил в банк, да, у него не было кредитов. Но то, что он платил каждый раз, вот каждый год за этот дом, я знаю, что он еще больше пахал, так как он всегда считал, чтобы у него несколько счетов было с деньгами, да, все. И вот рабы денег. Он не жил спокойно никогда. Он не спал спокойно. Он существовал. Он пахал. И в результате, когда я посмотрела на это все, и что за удовольствие, я поняла свое утверждение. У меня в Казахстане был свой дом, да. Я знаю, что это такое. И свое хозяйство, все было, все прошли. Поэтому я здесь и не захотела этого иметь, а могла бы. Не захотела и все. Не хочу больше быть рабой вот этого дома, вот этого земельного участка. Не хочу. Я хочу жить спокойно. И когда вот я увидела все, да, и я поняла, что я действительно на правильном пути. И слава Богу, Господь меня на этот путь направил. Что я не залезла в это еще здесь, в Германии. Вот. И то, что в Бафик потом назад выплачивает, мой сын сейчас получает большие деньги. Нормальные. Выше среднего. Платит все страховки, налоги, все, пожалуйста. И то, что ему остается... Это приличные деньги, что ему остается. Но на эти приличные деньги Бафик свою руку не положит. Для того, чтобы начать выплачивать в Бафик назад, нужно иметь еще таких, наверное, ему в 3 раза ежемесячно больше приличных заработков. В 3 раза. Но он живет прилично, я вам скажу. У них приличные заработки. Вот так-то. Бояться не надо ничего. Нужно идти делать, не сидеть на месте. Вот, мои дорогие, я надеюсь, объяснила. Если будут такие комментарии, да, как поступал комментарий еще тогда, когда после 9 мая, да, у меня был. Ну, кто со мной давно, тот знает. Вы в Германию, мол, типа, предатели уехали. У меня к вам вопрос, вы туда что поехали? За дешевой едой и за дешевой мебелью? Человек, который не знает, и где он это берет? Где? Вам Первый канал об этом рассказал или кто? Чтобы делать такие выводы.
Мы за этим сюда приехали. Ну, во-первых, мы имели основания для того, чтобы сюда приехать. А во-вторых, многие даже те, кто не имеет основания, да, я не беру во внимание даже беженцев от войны из любых стран, а беру во внимание тех людей, которые по собственной воле, зная, что здесь придется пройти Крым и медные трубы, не имея оснований для приезда и проживания здесь, они идут на это. Скажите мне, от чего они? От хорошей жизни бегут сюда? Конечно, много едут отсюда. Я перед этим видео у меня было пафосные, да, патриотизм пафосный. Много отсюда едут, да. Ничего не могу сказать. Просто знаю, да, и знаю точно, что я отсюда не уеду. Ну, может быть, здесь день по Европе поперемещать? Может быть, как будет Богу угодно. Я сама сейчас на данный момент по своей воле, не... у меня все прекрасно. Мне не от чего бежать. Мне не на что заглядываться и кому-то завидовать, да, и чтобы делать какие-то потуги, да, изменить свою жизнь. Нет, я вот сейчас могу спокойно жить, я только жить в своей... 50 лет начинаю, я только начинаю жить. Именно я. Последняя буква в алфавите. Своей жизнью, да, обращаю внимание на свою жизнь, на свои хобби, на свои желания, на свои возможности. Конечно, были бы возможности побольше, и дай бог они будут. Так я здесь буду жить еще больше прекраснее, да. Это разве не прекрасно? Жить еще прекраснее. Я здесь спокойна о том, что мои дети всегда в любой ситуации здесь будут иметь крышу над головой, хлеб с маслом на столе. Не просто хлеб и не просто масло, а хлеб с маслом. И не только это, но даже только это они будут иметь. Они будут здесь и иметь, даже при том, что если они не смогут работать, да, будут иметь деньги на проживание. Они будут иметь теплые квартиры. Они будут иметь уют. Они будут иметь покой. Покой о том, что бы ни случилось, дай бог, чтобы ничего не случилось плохого, все будет хорошо. Все будет прекрасно и хорошо. Поэтому включайте разум. Не надо стравливать друг друга, да. Не надо немцы, кто здесь в Германии, да, именно даже и не немцы по национальности, а кто проживает здесь. Прекратите лабуду всякую нести. Прекратите. Если вам что-то не нравится, и вы видите в другой стране прекрасное, да, что-то, уезжайте, едьте туда, хотя бы просто попробовать. Вот кто видит что-то прекрасное, они же едут, вот про это я и говорю, да, здесь уезжают, но они же видят что-то прекрасное и едут, и они знают, что эта страна их примет назад, и это тоже прекрасно. Есть возможность вернуться и им самим, и ихним детям, есть. Так что вот так вот. Не несите лабуду. Будьте благодарны в первую очередь Богу за то, что Он вам дал возможность здесь пожить. И покапризничать здесь, да. Это не нравится. Бича положили в палату вместе с моим. Фу. Вы думаете, Бог долготерпимый, но темный не дремлет. Ничего плохого не случается с позволением Бога. Все плохое случается с вашего позволения у вас в жизни. Потому что темный не дремлет. Не позволяйте ему властвовать над вашими жизнями, над жизнями ваших детей. Не гневите его, темного. Бога вы не разгневаете. Он нас всех любит. Слава Богу. Он нас всех любит, терпит. Мы его дети. Поэтому не гневите темного. Не давайте повод ему вмешиваться в ваши семьи.
Вот. Я жила в Казахстане и тоже не плакала от той жизни. Многое пришлось пережить, многое пришлось перетерпеть. Нелегко мне было. А я всех своих четверых детей там родила. Мне было нелегко. Я никогда не просила помощи ни у кого в плане физическом. Да? Были люди, которые приходили, как-то мне там единовременно чем-то помогали. Но это мелочи, все такие мелочи. Я все на своих плечах тащила и никогда не ныла. Никогда. Я сейчас, вспоминая ту жизнь, я поворачиваюсь и думаю, боже, как я одна это смогла. Но только с твоей помощью. Но только с твоей помощью. То, что мне морально приходилось переживать, я никогда не пожелаю ни врагу, ни даже врагу. Морально меня изнашивали очень сильно. Очень сильно, просто поверьте. Люди, кто поближе был ко мне, те знают, что я говорю правду. И пытались изнашивать еще здесь. Но здесь я уже отставила. И те люди, которые меня изнашивают морально, мое психическое и нервное, да, состояние, они не успокаиваются. Они до сих пор делают попытки, да, и продолжают это делать. А появились еще новые здесь люди, да, от которых, ну, я никак не отверчусь. Вот. И мне хочешь, не хочешь, приходится терпеть. Да, но с Божьей помощью. И когда уже жизнь здесь у меня, мне не нужно переживать о завтрашнем дне, что у меня будет покушать на столе, будет ли у меня отопление в моей квартире, да, как я там переживала за дом, чем накормить свое хозяйство, не говоря о детях, да, вот, чем кормить, и деревенская эта жизнь, да, как, когда тебе больно физически пойти и на огороде отпахать, и опять же это хозяйство обработать, да, и работать, идти на частного человека, у которого нет ни больничного, ни отпуска, да, трясясь за свою работу еще, что, ну, она тебе нужна. Этот небольшой плюс, но он нужен в твою семью, да? И исхитряться, изощряться и выкручиваться, еще какой-то доход получить, да, для своих детей. Это было нелегко там мне. Было мне нелегко. И у меня никогда не было поддержки, вот именно что моральной. У меня никогда не было рядом человека, который мне говорил, у тебя все получится, у тебя все будет прекрасно, иди вперед, я стою сзади, если что, я поддержу. Никогда. У меня были только те люди, которые всегда говорили, у тебя ничего не получится. Это все хня. Хня. Ничего не получится. И ты вообще никто, и звать тебя никак. Ничего ты не сделаешь. Вот так вот твое предназначение, все, что ты можешь, это рожать детей, и воспитываешь ты хнёво. А потом к моим выросшим детям обращаться, да? Вот такие люди были всегда и продолжают еще быть. Хоть я их от себя и отодвинула. Не было никогда человека, да, такого. И когда вот эти безрассудные люди, я вижу еще в стороне, да, вот такое несут, и я понимаю, что тогда они делают в своих семьях. Не надо злиться друг на друга, нести безрассудство. Займитесь все своим делом. У меня появилось свободное время, я вон канал завела, хобби у меня такое, да. Я вижу... Я и здесь, я не понимала никогда людей, которые говорят, мне скучно, мне дома скучно. Что такое это скучно? Я, который человек уже теперь не работает на протяжении долгого времени. Мне никогда не было скучно. Никогда. И дай бог не будет. У меня всегда есть чем заняться. У меня даже время для своего любимого хобби, это как вот канал, сейчас меньше времени стало, да, потому что, ну, голова забита многим, да, и, ну, и дела помимо этого есть. И еще плюс у меня
вязание, да, любимое, это моя отдыхалочка. Но мне даже время на это меньше остается, и я не работаю. Ну, то есть доход в семью не приношу, работая на это, да. Почистите в своих квартирах. Может, тогда и душа чище станет. Займитесь своими детьми. Обратите на них внимание. Поговорите с ними. Может быть, им что-то там нужно. Хотя бы вот эти же слова произнесите им вслух. У меня уже, не знаю, вы заметили или нет, уже батарейка садится. Обращайте внимание на свою семью. Если нет семьи, обращайте внимание на то, что вас окружает. У меня даже вот такое, я уже 2 раза своей дочери предлагала, если бы она согласилась, я бы уже давно этим занялась. Правда, помочь своему государству, в котором я прекрасно живу и люблю его, просто взять в руки, купить такая палочка специально, чтобы не нагинаться, так как мне тяжело при своих болезнях, да, которая, ну, мусор можно ловить. Взять мешок в руки и пойти по Берлину. Вот не специально идти по Берлину и чистить его, помочь, да, людям, которые занимаются этой чисткой. Я вижу, что им с каждым годом все тяжелее и тяжелее это делать. Не успевают просто за нами, свиньями. А просто, когда я иду гуляю, собирать мусор, да, и где-то возле каких-то мусорных контейнеров оставлять эти мешки, да, закрывать, оставлять, они выкинут их. Не просто так ходить, даже гулять по Берлину. А я еще и снимаю сейчас, да, все свои гулянки. Но я бы могла еще и этим заняться. Но я понимаю, что моей дочери как-то неудобно. Она мне показала, что, да. А мне удобно. Мне вот плевать на все, что будут говорить люди. Мне плевать на ваши разговоры. Я хочу вокруг себя чистить территорию. Хочу идти по красивому, чистому городу. Хотя бы довести его до той степени, когда мы сюда приехали в 2009 году. Потому что он стал намного грязнее. Люди не успевают, рабочих рук не умножается. Да, их столько же, штат сотрудников, да, работников по уборке города не увеличивается. Потому что городу тоже платить нечем за это. А количество народу, проживающих в городе, увеличивается. И мусорят, свиней больше становится. А те, кто будут чистить навоз за этими свиньями, все столько же. И им нужно помочь. Хотя бы тем, чтобы не срать. Не срать на месте, где вы гуляете, где вы ходите, где вы проживаете. Займитесь вот этим. Хотя бы мысль закрутите в голове. И уже заняты будете. Уже жизнь скучно не покажется. Понимаете? Это в России, это проблема везде. Вот эта проблема везде. И в России, и в Казахстане. Мы засираем природу, засираем вокруг своего жилища, нам плевать. Вот самое главное, свое жилище растерли, да, вот так вот все раскидали. А там это не наше вообще дело. А вы подумайте, это ваше. Это ваша жизнь, это ваши дети, это ваши внуки, это ваши правнуки. Им жить еще здесь. Мы уйдем, а им жить. Потом дети уйдут, внуки останутся, внуки уйдут, правнуки останутся. И так далее и тому подобное. Все, будете писать что-то, да? Я развернуто писать, отвечать не буду на комментарии, но потом буду создавать видео и отвечать, да? Вас всех призываю. Живите в разуме. В разуме. В здравии. У меня солнце еще сильнее вышло. В здравии, в разуме, да, в долголетии, в счастье, в любви или хотя бы в уважении друг к другу. Уважайте друг друга, потому что мы все люди, мы все пришли от Бога, все от Него пришли, и к Нему же и вернемся, и перед Ним будем сами себя судить, так как мы здесь на земле не можем себя осудить, а там мы осудим. Осудим сами себя. И это только в ваших руках вернуться еще раз на землю, еще раз на землю, еще раз на землю, пока ваша душа не исправится. Или все-таки уже обрести покой возле Бога. Это в ваших руках. Это в наших руках. Я вам желаю,
чтобы вы об этом думали, в это верили. Это помогает жить, прекрасно жить, а не как попало. Все, мои хорошие, Бога вам всем помощь, мирного неба над головой. Уважайте, включайте разум, будьте здоровы, будьте счастливы. Пока-пока.